В Санкт-Петербурге стартовал финал Гран-при России. Среди мужчин лучший результат в короткой программе показал Марк Кондратюк. По итогам первого дня фигурист стал безоговорочным лидером. Его оценка 102,86 балла. Второе и третье место с такими же чистыми прокатами заняли Петр Гуменник и Макар Игнатов. Кондратюк долгое время не выступал в соревнованиях из-за травмы спины. И сейчас он показал чистый прокат с двумя четверными прыжками. И единственный, кто получил оценку выше 100 баллов, то 2,86 балла. На сегодняшний день приятно вернуться. Хотелось бы, чтобы завтрашний день был такой же. Позволяет ли физическая форма надеяться на чистый прокат завтра? Надежда никогда не умирает. Если серьезно, все нормально. Завтра посмотрим. На разминке всегда мало прыгаю, это мой стиль. Аккумулирую силы на выступление. На протяжении того времени, что не выступал, не волновался, не думал об этом. Но вчера появился некий мандраж. Казалось, что после выступления на чемпионате Европы и Олимпийских играх уже не будет страшно. Но теперь знаю, что если какое-то время не кататься, то волнение возвращается. Готовность идентичная тому, что была в начале сезона. Рад, что сделал каскад 4-3. Прилетели раньше в Петербург, чем обычно прилетают спортсмены на соревнования. 3 дня тренировались на льду с Евгением Рукавицыным и его группой, чтобы глобально почувствовать соревновательную атмосферу. Мы катались впятером из тех, кто выступал сейчас, до половины финала Гран-при России. Льда хватало, особенно когда не просто спарринг, а дружеская атмосфера, где все поддерживают друг друга. Разница в баллах у ребят небольшая. Судьбу медали мы узнаем в произвольной программе. Вторым идет Петр Гуменников 99,69, третий Макар Игнатов 99,9 баллов. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем пока!